Раджувилак или капустный квас, приготовленный без соли, это невероятно полезный продукт, который подвергается натуральной ферментации и в процессе этого обогащается полезными симбиотными бактериями. Полезен при болезнях желудка, при ревматизме, ожирении, заболеваниях мочевого пузыря. Он содержит витамин В12 и молочную кислоту, известнейший антиоксидант, сохраняющий вашу молодость и силу. Поначалу кажется, что на вкус гадость еще та, но через недельку подсаживаешься как наркотик. Как же приготовить капустный квас? Возьми 1 кг белокочанной капусты, крупно поруби и сложи в блендер. Затем нужно залить 1,5 литра фильтрованной воды. Измельчить все в блендере. Если нет блендера, то капусту мелко-мелко нашинковать. Все вылить в 3-литровую банку. Важно, в банке должно остаться место для воздуха. Затем добавить 3 лавровых листа, укропное семя 1 столовую ложку или тмин 1 чайную ложку. Накрыть салфеткой или тканью. Убрать темное место комнатной температуры, например, в кухонный шкаф. Доставать и перемешивать нужно каждые 12 часов. Сначала будет пахнуть не очень, будет увеличиваться в объеме и пускать пузыри. Это нормально. Потом дня через 3, а может и раньше, появится запах квашеной капусты. Пузыриться перестанет. Когда это произойдет, нужно процедить через сито или марлю. Жмых выкинуть, полученную жидкость убрать в холодильник. Пить за 30 минут до приема пищи, 3 раза в день, по 1 стакану. Поделись этой полезной информацией со своими близкими и друзьями. А на этом все, ставьте лайк, если понравилось видео. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.